37-летняя Сати Казанова призналась, что бывший возлюбленный плохо с ней обошелся. Певица так сильно была влюблена, что терпела выходки бойфренда. Экс-солистка группы «Фабрика» рассказала, что у нее был роман с красивым и наглым мужчиной. По словам звезды, она любила его как дура, а тот методично уничтожал ее женское самолюбие и уверенность в себе. Как-то произошел один эпизод, который, как мне кажется, да нельзя лучше объясняет, насколько токсичными были эти отношения. Мы возвращались после одной вечеринки, и по пути он мне говорит: «Ой, ты знаешь, у Маши такая кожа классная, я прям залюбовался. Молодая, светлая, свежая, без морщин. Может, ты спросишь, какими кремами она пользуется?» По-моему, здесь комментарии излишни, поделилась артистка в Инстаграм. В тот момент Сати не смогла дать отпор возлюбленному. Но сейчас, по ее словам, она бы закатала этого красавца в асфальт. Казанова считает, что те отношения были в ее жизни для того, чтобы она воспитала в себе самоуважение и больше никогда не позволяла так с собой обращаться. Звезда посоветовала поклонникам в таких ситуациях гнать в шею человека, который делает их слабее и неуверенными в себе. «Знайте, что подобные отношения токсичны и причиняют много боли», — заявила Сати. Многие подписчики согласились с певицей и поделились своими историями. «Ох да, ты не Ирина Шейк», — говорил мне он. И это был далеко не Купер. «Но я тогда выла от боли», — высказалась одна из подписчиц звезды. «В асфальт такого Купера», — ответила Казанова. Сейчас артистка счастлива в браке с итальянским фотографом Стефано Тиотца. Звезда призналась, что на родине супруга их брак не оформлен. Сати решила переехать жить в Италию. Певица учит итальянский язык.